Я представляю вам солиста с театра Станиславского Немировича Данченко Павла Щербинина. Пожалуйста, встречаем вас. Недавно мы, знаете, тарификацию пережили в театре. Ему 71, он мне говорит, вы старый уже, 24-й год в театре. Я к тому, что вот совсем недавно я, казалось бы, начинал здесь выступать, и благодаря Олегу Рождественскому был приглашен сюда. Работал с замечательными вокалистками старшего поколения Натальей Нурмухамедовой, Ириной Отеевой, Жанной Рождественской. Это была моя школа жизни. Поэтому сегодня, как только выдался вот свободный вечер от театра Станиславского Немировича Данченко, я с вами. И пою только одну песню, поскольку программа очень большая. Называется она «В 6:30 утра», ритмичная. Надеюсь, что вам понравится. И я глубоко верю в то, что мы с вами обязательно будем встречаться дальше. Я привез вам из театра пригласительный билет на 2 лица на хороший концерт. Это не дождь, не слезы, мы не сбавляем шагу, разбивая небеса. Эхо, заливаясь не своим смехом, не спеши меня будить рано. 6:30 утра. Что-то случиться может, то ли сгорит комета, то ли погладит фотку зацифрованная любовь. Клочья, может встретимся с тобой ночью, не спеши меня будить рано в 6:30 утра.